У тебя первый вопрос, насколько вот вы сегодня оцените свою игру, то, что у вас, в принципе, был очень хороший голевой момент, когда вы могли реально забить. Да, был очень хороший момент, надо было забивать, не получилось, ничего страшного, забью в следующий раз. Самое главное, дожали в концовке, отыгрались, очень важное очко для нас, поэтому... Я думаю, что в гостях постараемся обыграть их. Федор, скажите, пожалуйста, почему все-таки так тяжело было вскрыть оборону поляков? Разбирали ли игры? Какая вообще установка была на эту встречу? Да я бы не сказал, что было очень сложно. Имели очень много хороших моментов. Нужно реализовывать. Пропустили на своих ошибках, они, конечно, начали обороняться гораздо ниже, и из-за этого было сложнее скрыть. Вот по поводу ситуации с нашим аэропортом Кольцово, да, были ли, может быть, какие-то нервы из-за этого, что пришлось приземляться в Челябинске? Я думаю, это, наверное, первая такая ситуация в вашей карьере. Когда... Да, это было не с нами, но самое главное, что все обошлось, и все стали живы и здоровы, надеюсь. Можно, пожалуйста, последний еще вопрос? Какие все-таки были чувства, то, что удалось вашему коллеге сравнять? 2-2, это результат, на который настраивались, или есть все-таки? Да нет, конечно, ну, хорошо, что отыгрались, но хотели забить еще и выиграть сегодня. А вообще, как атмосфера в Екатеринбурге вам? Это большой праздник для нас, сборная, молодежная. Последний раз сборная «Россия больше» были у нас 7 лет назад, чтобы вы понимали, какое-то событие. Да, на самом деле очень приятно, что столько зрителей приходит на молодежную сборную. И хотелось бы, чтобы еще больше ходило, но всем большое спасибо в Екатеринбурге. Очень хорошо нас поддерживали. Мы постараемся их не разочаровать и выйдем из группы. Вы приезжаете в Екатеринбург вместе с ЦСКА, да? Я просто хотел спросить, насколько отличается тот приезд от этого? В каком плане, чем отличается? Ну, то есть нет ли ощущения День сурка, то, что все то же самое или нет? Да нет, на самом деле очень хорошая гостиница здесь, и условия вообще для футбола очень... на высоком уровне, поэтому одно удовольствие. Учительный вопрос. Так выходило, что очень часто игроки сборной Польши вас открывали, передачи не выходили, да? Тоже было, особенно в концовке. Как вы думаете, в чем причина? Именно в силе игроков Польши, либо физические кондиции уже чуть-чуть? Да, нет, на самом деле, ничем особо нас не удивила сборная Польши. Должны были дожимать и выигрывать эту игру.